За твое назначение и крепкий ром. Так, завтра с утра ты должен явиться в гавань и спросить, где стоит шхуна Аврора. Выпьем еще, капитан, когда выходим в море. В море? Когда явится эта чертова снабженческая лоханка? И заткнись, это не твое дело. Сквозь зубы. Есть, сэр. Уже, так сказать, приноровились. Так, блин, надо их победить. Это уже дело чести, черт возьми. Да куда ты? Я случайно, блин, не ту кнопку нажал и шпагу этот убрал. Блин. Болван. Мой боже, идиот. Я не помню, чтобы вот такой туман был в игре. Это просто пипец. У меня вот что-то сломалось тут. Фига, вообще ничего не видать. Очень надеюсь, что я иду к бухте. Джунгли. Ух ты, ты-то кто? Иди в жопу, ты-то кто? Какие джунгли? Куда вообще идти? Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Корсары 2 Пираты Карибского моря. Вот, и мы тут воюем с французами. Вот, и надо бы как-то город отбивать. Но мне кажется, что мы пока сюда рановато, потому что нам надо прокачаться. Но все-таки этих двоих давайте попробуем уделать. Не будем ждать пока... А, кстати, не будем ждать. Может быть, обязательно нам надо поговорить с ними только тогда. Ладно, давайте тогда попробуем. А потом, если что... Так, попробуем завалить их. Ну-ка. Сейчас надо, главное, отпрыгивать и нормально. Стоять? Отпрыгивать. Ты кто такой? Да-да-да. Так, тут плохо выбирать надо. Так, кто такие, чтобы спрашивать? Я живу в Гриферде, другой оконечности города. Это вряд ли салаги. Вот так вот. Вот так вот мы их зарубим. Потому что вот этот отскок, он вообще офигенная тема. Когда у вас сзади много места, то это прям вообще здорово. Так, но... Мне кажется, в городе нас тоже поджидают, мама не горюй, табуны, да? Поэтому в городе-то нам будет посложнее. Но давайте все-таки попробуем, черт его знает. Может быть, что-нибудь и получится. Что у нас? Что-нибудь написалось, может быть, так, F2? Может быть, в судовом журнале? Разведать обстановку в захваченном Оксбе. Так, Карло, тра-та-та, первое, что не хотите сделать, проникнуть в захваченный Оксбе и узнать дальнейшие планы французов. Непонятно, непонятно, в общем, будут они на нас нападать или нет, но давайте попробуем. Мне кажется, за милую душу будут нападать на нас. О, они будут? Хорош. Ну, красота, я-то думал. Так, надо ростовщика быстрее найти, пока он меня вообще до липки не ободрал. Надеюсь, он еще жив. Здорово, бивень. Я с деньгами пришел. Приветствую вас, сэр. Надеюсь, ваше плавание было удачным и принесли мне мои деньги. Считая проценты, вы сейчас мне должны 6000 пиастров. Да, и в состоянии выплатить долг. Ну все, отлично. Ой, не зря я был в вас столь уверен, месье. Надеюсь, это не последний раз, когда вы прибегаете к моим услугам. Мне точно понадобилась пара друга пиастров. Я бы хотел отдать деньги в рост, но только не тебе. Так, все, Диармунд. Надо же название какое, имя. Так, что у нас по... Левел почти взяли, и денег у нас 5000. Ну, не так много, да? Вернее, вообще немного. Ну-ка, что-то... Ой-ой-ой-ой. Так, как там? Ку? А, нифига себе. Алмаз какой-то. Блин, я что-то даже не посмотрел. Нифига себе. Ладно. Все тогда. Все, валим отседа. Так, хорошо, что они на нас не нападают. Нам, получается, наверное, надо в таверну зайти. Там, наверное, поспрашивают. А как вам наш город? Может назвать меня капитан Натаниэль? Здравствуйте, сэр, я Питер Дэшвуд. Могу я узнать ваше имя? Приятно познакомиться, капитан Натаниэль. Что новенького в этих краях?
Я слышал, что губернатор приказал посадить в тюрьму неких торговцев, чтобы... Да блин, это мы все знаем. Вас французы вообще-то захватили болванами. Что еще? Да, сэр, что Ника с удовольствием послушал что-нибудь про Экс-Бэй. Всегда, пожалуйста, чем хотим... Во, вы знаете, что о форте, защищающем город? Ничего не знаю. Блин, короче, болваны какие-то. Подскажите дорогу. Короче, видимо, надо кому-то в этой... Блин, мне это дерево что-то манит, прям пипец. Такое ощущение, как будто там что-то должно быть. О, тетка какая-то. Здорово. Ой, вы и представить себе не можете, сколько у меня работы. Да, я вижу, сколько у тебя работы. Стоишь тут за домом, блин, тупица. Как вас зовут? Меня зовут Натаниэль Хаук. Приятно познакомиться с Какие байки в ходу здешней таверны? Сюда я послушал про XB. Ладно, это все праздная болтовня. О, кстати, может быть что-нибудь тут? Не, нифига. Я так понимаю, нам надо в торговлю... Ой, в эту, в таверну зайти, да? Давайте, наверное, это сделаем тогда. Я думаю, это самая здравая мысль. Там постоянно тряплются все. Черт его зовут, может и под сама что-нибудь. Фабиан Бутин. Офицер, я нужен, капитан. Офицер, а на что ты годен? Ну, говорят, что я неплохой старшина рулевой. Возьмите меня на свое судно, капитан. Убедитесь в этом сами. Сколько ты хочешь? 2000 пиастров. Это, наверное, в месяц, да, надо? Это не целиком. Я согласен считать, но не слишком ты ли много хочешь? Увы, капитан, я стою именно столько, сколько запросил. И это слишком дорого для вас, поищите кого-нибудь другого. Так, ладно, пока ничего не будем брать, нам надо прокачаться. И слухи. Парень, ты выглядишь бывалым моряком. Может, купишь мне стаканчик рома? О, сейчас чувствую нормас, давай. Я сам сразу тут присел. Слушайте, нас опять, наверное, обворуют сейчас, да? Но я сохранился, давай. Вот это я понимаю, вот это по-нашему. Так чего, поставишь мне кружечку рома? Да запросто, трактирщик, рома. За твое здоровье и твою щедрость. Эх, забористый рома. Так, мне не пора, давай еще по одной кружечке. Здесь всегда, может быть, я что-нибудь найду здесь. Меня всегда будут обворовывать. А вы не местный? Ну и как вам наш город? Говно. Я схватил его за шпагу лезвий, а он мне говорит. Так, ну-ка. А что у меня здесь? Голова болит? Где, черт возьми? Ну, вы ничего не помните? Даже то, что, блин, вас ограбил. Ладно, пропало, то пропало. Ты что, блин, а тут какое-то другое развитие сюжета, интересно, предусмотрено? Вот, не просто, что нас, этот самый, обворовали, а, например, мы что-нибудь нашли? Что-нибудь такое, может? О, кстати, смотрите, здесь рандомная генерация, да? Валентин Массони. Проваливай, приятель, не мешай мне расслабляться, я всего лишь... Ну же, прочь, не то сейчас кликну, солдат, и тебя распнут на дверях этой таверны, ну-ну. Так, понятно, а ты чё? Парень, выглядишь бывалым. Я не заменяюсь благотворительностью, я понял, блин, пипец, тут все нас хотят обворовать. Давай. Любые развлечения, за ваши деньги все что угодно. Так, у нас матросов полно, да, я бы хотел... Так, что у капитана, никого не осталось, всех, ага, так, понятно. Хотел поговорить с тобой об этом. Так, хотели поговорить, я хотел узнать, как местные жители приняли французов. Приняли? Господи, да как же можно было принять этих мерзавцев? Проклятие. Французы разграбили половину города, хотя клялись, что никого не тронут. Несчастной Милдред пришлось бежать из города, чтобы ее пощадили. А ее отца солдаты прирезали при попытке сопротивления. Вот негодяи, скажите, Эверар, хотели бы вы, чтобы над Оксбен снова взвилось английское знамя? О, молю бога, чтобы этих захватчиков поскорее выкинули вон отсюда. Они каждый день выпивают галлоны эля и рома, а я боюсь даже заикнуться об оплате. Дело в том, что я нахожусь здесь по поручению сэра Роберта Кристофера Сайлхарда. Губернатор Редмонда, его светлости уже известно о нападении. Так почему же он не предпринимет никаких действий, чтобы отбить колонию? Я как раз собираю информацию о дальнейших планах французов. Да вы не робкого десятка, сэр. Что же, я готов вам помочь. Что сейчас происходит в городе? Ничего особенного. Население прячется по домам и в джунглях. Хотя французы и поставили пост на выходе из города. Каждый день нескольким жителям удается бежать в джунгли. Сами же французские солдаты только дебоширят каждый вечер. Напиваются и пристают к женщинам. Даже пожилым. К тому же у них не хватает команды. Командование эскадры нанимает матросов на корабли. Это очень неплохие деньги, между прочим. Кстати, сэр Натаниэль. А ведь это неплохая возможность заслать лазутчиков французам. Может, краем уха тебе удалось... Ой, подожди, может, краем уха тебе удалось что-нибудь услышать о дальнейших планах французов? Ну, разве что. Болтали тут с пьян два офицера о том, что они ждут какой-то корабль со снаряжением. Вздыхали, чтобы его подольше не было, мол, тогда они подольше погуляют.
Наверное, это судно должно доставить французской эскадре боеприпасы. Снова, с Неснова-то они и тут достаточно награбили. Ой, что-то я отвлекся. Так, когда... Чью-нибудь голову придется заплатить. Ты, болван, в два горла говоришь-то. Так, когда это судно прибудет, тогда эскадра и выйдет в море. Эта информация уже чего-то стоит. Буду стараться, сэр. Может, еще что-нибудь услышу, так сразу же вам сообщу. Эти свиньи как-то лижутся, все готовы выболтать. И за новыми сведениями дело не станет. Говоришь, как налижутся, готовы все рассказать? Честное слово, сэр Натаниэль, именно так. Слышали бы вы, что за ту что тут за полночь творится? У меня появился план. План? А со мной вы поделитесь своим планом? План очень прост. Вон тот парень в французской форме, знаешь его? Да, это офицер французского фрегата. Он регулярно ко мне захаживает. Готов ли ты немного потратиться ради освобождения Оксбея? Что? Сэр Натаниэль, не могли бы вы объяснить мне свой план? Все очень просто. Я намереваюсь споить этого парня и выведать у него все поподробнее. Но, сэр Натаниэль, а кто же оплатит выпивку? Я, конечно, готов пожертвовать на освобождение XB, но такую сумму... Я слишком хорошо представляю, сколько могут выпить два морских волка. Так, слушай, губернатор Сайха, возникнет... Так, давай, проклятие, сколько ты хочешь? Сейчас почитаю. 90 пиастров. Господи, вообще цена образования здесь такое мизерное. И не пиастра меньше. Я знаю, что это дорого, но сейчас военное время. Вот, 1000 чертей. И горе тебе, если ты подашь разбавленный ром. Не волнуйтесь, сэр Натаниэль, все будет в порядке. Приступим же к нашему плану. Вы ладно. Не местный? Ну и как вам наш город? Да, подожди, нам надо еще сохраниться. Так. А, вот во французской-то, да? Валентин Массони, меня... Так, кто это такой? Меня зовут Натаниэль Хау. 1000 чертей, да что же мне ставить с этого? Что тебе нужно? Я хочу наняться на корабль. Дьявол, тебя раздери! А, так это француз, да? Тогда иди к вербовщикам, я-то тут при чем? Видишь, я отдыхаю. Я не собираюсь быть простым матросом, поэтому обратился к тебе. Да, и кем же ты собирался быть? Я отличный штурман. Клянусь морским чертом, тебе повезло, парень, моего штурмана как раз убило во время штурма Оксбая. Так что, если ты поставишь мне выпивку, то можешь считать себя нанятым, трактирщик Рома. Значит так, сейчас я расскажу тебе о твоих обязанностях, а также о правилах на корабле. И за нарушение дисциплины? Потом расскажете, капитан, давайте лучше сейчас выпьем. За твое назначение и крепкий ром. Так, завтра с утра ты должен явиться в гавань и спросить, где стоит шхуна Аврора. Выпьем еще, капитан, когда выходим в море? В море? Когда явится эта чертова снабженческая лоханка. И заткнись, это не твое дело. Сквозь зубы. Есть, сэр. Так-то лучше. Еще кружечку. Ладно, пора отправляться на корабль. Что за проклятый город? Ни одного борделя. Сэр, давайте хлопнем еще по одной и... И что? За твое здоровье, штурман. Так, что ты хотел сказать? Здесь за городом у меня живет тетя с племянницами. Попрощаться хочешь? Обойдешься. Будешь сопровождать меня к кораблю. Да нет же, я хочу сказать, что мы могли бы их навестить. Навестить? Проклятие. Конечно. Конечно, пойдемте скорее. Есть, сэр. Чего надо? Эй, стоять, куда-то вы направляетесь? Мы с капитаном вышли прогуляться. Прогуляться? Не веришь, спроси его сам. Проклятие, прочь, солдатня. Мы своим другом идем в гости к дамам. Вот так-то, сейчас мы его порешим. Так, надо сохраниться, сохраниться. Так, где он? Подожди, а, это другой, да? А, слушай, они новую охрану выставили, обалдеть. Ее тут, походу, можно бесконечно валить. Так, ну давай. Я так понимаю, сейчас будет разговор, либо нам его уже можно... А, вот. Парень, проклятый, черт, ты ждешь, пойдем, иду. На, подальше немножко отойти только. Интересно, какой-то логичный диалог будет, или... ящерица. Стой, парень, дьявол, куда-то мы идем?
Дальше же одни только джунгли. Ты прав, остановимся здесь. Здесь? Зачем? Мне нужны сведения о снабженческом судне. Проклятие, зачем оно тебе? Ты что, английский шпион? Именно. Черт, я ничего не тебе не скажу. Я сейчас тебя просто прирежу. Да ты пьян, что не сможешь вытащить шпагу. Послушай, так нечестно. Расскажешь мне все, я тебя отпущу. Ладно, боеприпасы должен доставить Барк Айсу. Сейчас он, наверное, еще стоит в гавани Фале-де-Флёр. Вряд ли капитан Барка рискнет выйти в море без конвоя. То есть Барк останется в порту, пока не найдется конвой? Наверняка это все. Так, но... Вот здесь вот моральная дилемма, по сути, да? То есть он нам мог и наврать. Наверное, отпускать его не стоит. Давайте, наверное, не будем его отпускать. У нас все-таки жестоким и не добряка никакого не отыгрываем, да? Здесь все-таки жизнь людей. Давай. Мне придется тебя убить. Да и опыт лишний не будет. Хорош. Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Блин, пипец. Нормально, хотя бы опыта получили. Очень надеюсь, что этот самый. Нас там нет, в городе уже не все там пошумиха подняты. Было бы здорово. Так, мы взяли левел, давайте сразу поднимем. Так, персонаж. Нет, а что мы взяли? Подожди, это у нас это получается. Так. Судовой журнал, да, развитая обстановка в ОКСБ. Пьяный мусон легко поддался на мои уговоры, и мы вышли в ночные джунгли. Решив не мудрствовать, я просто прирезал эту пьяную свинью, сняв с его тела письмо, в котором говорилось о Барке Айсу. Оказывается, в порту Фале-де-Флёр стоит судно, которое должно доставить сюда, на Оксбей, боеприпасы и амуницию. И все, что его задерживает, это отсутствие судна сопровождения. Это достаточно важная информация, с которой не стыдно позицию Сайлхарда. Хотя, возможно, лучше будет сначала сплавать французам, разведать обстановку на месте. Надо только не забыть поднять французский флаг, чтобы не вызывать лишних подозрений. Мне кажется, я могу попытаться выдать себя за капитана корабля сопровождения, взять Айсу под защиту, нифига, а затем потопить его, едва мы окажемся вне пределов досягаемости французского флота. Обалденно, го попробуем так. Офигеть. Так, ну нам как-то надо французский флаг поднять, вот это дилемма, конечно, пипец. И странно, почему мы опыта не получили, вот это немножко напрягает. Так, может как-то... Тут можно время-то ускорить все-таки? Так, что-то у меня игра зависла, понажимал тут всякой лабуды. Вот, ну ладно, давайте посмотрим, можно ли зайти в этот, в город, и нападут ли нас эти лоботрясы. Если нет, то вообще вот отлично. Да, тут вообще без шансов. А с кем они там? Они там весь город, походу. Слушай, тут какой-то триггер, похоже, на отбитие XB, да? Потому что они вроде как с кем-то там еще начали драться. В общем, сейчас надо сразу шпагу достать и по тапкам. Либо попробовать блок поставить. Давай сейчас попробуем так. Бегайся. Нет, тут надо, короче, убегать. Иначе вообще жесть. Здесь только убегать вперед, потому что там еще третий какой-то подходит. Это вообще пипец. Ну, попробуем. Да ты тупица. Вот почему он не может шпагу достать? Да, тут смотри, какой-то трэш начался. Почему он шпагу не может достать, когда он, когда бежит, блин. Надо ему обязательно на шпагу останавливаться и доставать, тупица. Нет, это вообще жесть.
Ну, кажется, можно тут, но с блоками это вообще пипец. Ладно, тогда, получается, попробуем лабуду эту, да? На какой-то там острове он. Был какой-то, какой-то остров, в общем, сейчас кораблю прибежим. Попробуем французский флаг поднять. Я, честно сказать, забыл, как это делать, блин. Вот, и тогда потопим там его. Но, блин, было бы неплохо, наверное, сейчас повоевать еще здесь, побегать по городу, потому что нам надо уровень поднять. И вот здесь вот, наверное, лоботрясы эти сейчас будут. Давайте-ка посмотрим. Потому что что-то за этих французов нам нифига не дали. И почему-то, кстати говоря, напали они на меня. О, отлично, их всего четверо, давай. Да что ты, тупица? Я в тебя только что стрелял, болван. Стой, мерзавец, хочешь пойти дорогой, плати. Так, терпеть не могу нахалов, и не могу, приготовьтесь к смерти. Попробуйте. А, я понял. Они... Они тоже так умеют. Блин, я, короче, видимо, как, из-за того, что не попал по нему, да, из пистолета, наверное, вот триггер сработал этого. Разговоров. Да, тут вообще жесткач, конечно. Мне кажется, я какую-то версию скачал с особой жестокостью. То есть... Как-то тут прям очень сильно все. Может быть, это не аркадное фехтование или что-нибудь типа такого. Но мне нравится. Здесь вот, по крайней мере, челлендж есть какой-то. О, отлично. Да ты придурок, блин, Вот... Меня сама раздражает, а тут камера-то тупая. Это просто пипец. Вот она начинает вот вертеться. Просто кошмар какой-то. Кстати... А тут есть не поворот, именно. Так, управление. Так, поменять текущее управление. Так, режим боя. Идти вперед, поставить блок в бою. Так, удар в бою. Так, выполнить. А, не, нифига нету. Блин, я думал просто поменять этот управление немножко. Го, их немножко обойдем вот сюда вот. Ой, я не то делаю, блин. Не на ту кнопку. Куда они побежали, интересно? Блин, такие мощные, просто я не могу. Давай, тупица. Блин, у меня еще банок нет. Удачный удар там какой-то. Да, вот это пипец. Вот это пипец. Тут вот самый класс, наверное, будет. Это когда полностью прокачаем эту фехтование. Тогда можно будет с блоками стоять. Но сейчас они просто сандалят, мама не говорю. Давай попробуем, конечно, с блоками, но вряд ли. Ну а чтобы из пистолета не выстрелили. Тихо. Тихо. Да ты, зараза, блин! Вот это какой-то босс у них или черт его знает? Он, короче, вообще пипец крепкий. Ну, почти.
Ну, главное, побольше сражаться и нормально будет. Вот по перваку вот этот отскок, это прям вообще. Короче, надо на ту сторону перебегать, вот этого первого валить. Он вообще пипец крепкий. Он, наверное, какой-то главарь или хрен его знает. Вот вообще, по сути, оббежать можно полностью их. Сейчас мы его запендюрим. Вот этого надо первого. Заразу такую. Так, сохраниться. Блин, не вижу ничего. Так, ну и меня тоже тут. Ха-ха-ха, блин, пипец. Ой, жесть. А вы, кстати, помните, я как-то говорил, что пистолет с дальностью не важен. Пипец как важен, да? О, ты чё, дурак, не, да не зажимайте, козлы. Блин. Зажали меня, падлы. Так. Ну-ка давай иди сюда, урод. Блин. Вот когда зажимают именно с блоком, почему нельзя? Потому что они в этом не в замкнутом пространстве, да, не в узком. И они просто-напросто. Да го попробуем его вот так вот. Хорош. Да беги, сел! Блин, вот как это бесит. Я, ты разворачиваешься, чтобы убежать, и он, а они этот самый, блин, тебя станет. Ух, прям не могу, жопа. Так, вот этого почему-то мы очень хорошо завалили, да, после пистолета. Уже, так сказать, приноровились. Так, блин, надо их победить, это уже дело чести, черт возьми. Да куда ты? Я случайно, блин, не ту кнопку нажал, и шпагу этот убрал. Блин. Болван. Ой, боже, идиот. Кошмар. Так, вот так сейчас вообще отлично. Кстати говоря, можно через одного сохраняться и пистолетом их убивать. Да. Только надо, блин, сначала отойти нормально. Кстати, пистолетом неплохая тема, да? То есть можно сейчас попробовать. Они, когда эти шпаги достают, то вроде как с пистолета не особо-то и стреляют. Нифига мне кританул. Вот это прокол. И главное, сразу расходится. Вот это обидно. Тихо. Убегаем. Давай попробуем с пистиком. Так. Блин, вообще нечестно. Просто тупо меня с удара. Вот это челлендж, пипец. Вот реально. Здесь ни один удар, ни два. Просто тупо удар. А вот это офигеть. Может, со спины тут что-нибудь? А умри, придурок! Ха-ха-ха! Ты зараза! Они еще блоки-то пробивают, вообще трэш. Так, давай еще раз попробуем. Блин, хотя бы, надо хотя бы одного забрать, чтобы левел поднять. Вот так вот.
Блин, как-нибудь ускориться бы, а? Да иди в жопу, тупо один удар. Вообще шансов ноль. Ох, блин. Какие проклятые бандиты, я не могу, я ненавижу вас. Да, иди в жопу. А, кстати, знаете что? Наверное, можно попробовать отступать непосредственно. Когда мы левел возьмем первого Оби-Ван, да? Можно, наверное, просто отступать, и они, в принципе, сами пропадут. Вот так, наверное, и надо сделать. Так, ты чё? Он, короче, девиант на поведение какой-то врубил, зараза. Блин, нифига себе тут эти сложные, обалдеть. Да ты зажали меня, падлы. Блин. Так. Ща вас все-таки в жопу тандеру вам, падлы. Это все серия, походу, будет вот на этом. Так, нам надо потихонечку вот сюда отступать. Так. Хорош, блин, наконец-то это пипец. Фу, блин. Вот это тяжко, тупо один удар. Кстати, ни разу бы она мне попал даже, не, обалдеть. Просто один удар, вообще, вот это челлендж, вот это обалденно. Так, ты прячешь шпагу. Так, вот это прикол, все, надо все в этот фехтование, это пипец. Пока не о чем и говорить. Так, способности. Ой, стоп, отмена. У нас тут есть профессиональный, да? Атака не может быть заблокирована, атака игрока. Да, да, обалденно. 25 нанесения критического удара, повреждения на 7 персонажей, вместо 40%. Идеально. Все, ну все, огонь. Потом надо меткого стрелка и вот это вот все. Блин, офигенно. Офигенно. Ну теперь вот, все, мы теперь взяли этого профессионального фехтовальщика. Я думаю, что теперь попроще должно быть. Очень на это надеюсь, черт возьми. О, смотрите, какой-то этот... 250 пиастров. Нифига себе, просто так заглянул. Может, тут еще что-то есть? Видели, там просто этот лежал. Мешочек какой-то. Так, бухта. Ну, это, по-моему, не та бухта, да? Это какая-то другая бухта. А, нет, это та же самая, да? Да. Не, нифига не та. Какая-то другая бухта. Ладно. Сейчас посмотрим, может быть, эти лоботрясы снова зарезались. Мне охота попробовать с прокачанным теперь. Может быть, мы теперь хотя бы не на удар будем, блин. А то прям просто пипец. Вот когда у нас свихтов... Ой-ой-ой, что такое? Ой-ой-ой. Но теперь у нас будет должно попроще. А, я думал, там кусты, я думал, эти... Да иди в жопу. Вержу свое сердце из груди. Давай. Хорош! Только этот сволочь я из пистолета выстрелил. Но нормально, видали? Мы теперь шмаля, мама, не горюй. Хорош. Так, все. Всем хана теперь. Все, теперь всем хана. Только ладно, сейчас надо... Вот так вот сделать.
Вообще-то... Куда? Мою... Ой-ой-ой. Вообще-то мою атаку нельзя заблокировать. Алло, прием. Так, сейчас надо, короче, знаете, как сделать? Такой же хитрый прием сейчас. Ну, сейчас намного легче. Смотрите, сколько урона. Просто пипец. Сейчас там надо... Блин, только ничего не видно. Вот надо обойти с этой стороны, потому что там триггер этого события разговоров нет. Вот, им не отступать есть хотя бы куда. Вот отсюда вот, да? Блин, ничего не видать. Что такое? Щит, что за туман? Охренеть. Да иди в жопу, блин. Вот, как всегда, знаете, вот напоследок, думаю, ну все, осталось там чуть-чуть, и торопишься, начинаешь вот, блин, вот это вот, танцы вот эти чертовы, блин. Ой, нахрен. Надо, короче, все по-осторожному опять делать. Зараза. Думаешь, ну вот все, сейчас один удар его и все. Зато урона, смотрите, сколько наносим теперь, просто пипец. Давайте, уроды. Блин, все равно еще, ну, по крайней мере, теперь два удара. Я не знаю, как-то это исправится или нет. Вот, именно в плане прокачки, то есть если фехтование до конца прокачать. Я не знаю, это как-то повлияет на нас или нет, но, по-моему, здесь хп-то, я не знаю, не увеличиваться, это не проха. Это пипец. Так, ну-ка, давай персонаж. Ну, здоровье 50, я не знаю, растет или нет, но вроде нифига. Вроде нифига не растет. Отлично. Так, давай вот в сторону. Найди ты, блин. Такое ощущение, вот как будто я бы там лучше со шпагой выступил, вот честное слово. Такой неповоротливый, это просто кошмар. Так, ну давай, зараза. Да ты, чё не умираешь-то? Из пистолета уже выстрелил в тебя, кредит. Кстати, сколько у меня-то 300 хп, да? Это, мне кажется, из-за сложности, вот не аркадное фехтование. Вот, или что-нибудь типа такого. Кстати, это какой-то босс или что-то такое. Нифига он крепкий. По сравнению с остальными. Ты помирать будешь, нет, придурок? Фу, пипец. Ну, ладно, пойдет. Уже попроще стало, не по 20 минут воюем. Так, что у нас по персонажу? О, как мало, пипец. Нам, короче, опыт уже за фехтование почти не дают. Поэтому нам надо все-таки, видимо, с помощью других каких-то. Так, городские ворота у нас здесь, по-моему, выход к бухте, если не ошибаюсь. Что с погодой? Я не понял, что за дерьмо? Куда идти? Че, не видать? Я таких погод не помню вообще ни хрена. По-моему, вот сюда вот. Я не помню, чтобы вот такой туман был в игре. Это просто пипец. У меня вот что-то сломалось тут. Фига вообще ничего не видать. Очень надеюсь, что я иду к бухте. Джунгли. Ух ты, ты-то кто? Иди в жопу, ты-то кто? Какие джунгли? Куда вообще идти?
Как это обезьяна? Скелет, нифига себе, блин. Чё-то я, по-моему, заплутал, блин. Пипец. Так, мы оттуда пришли, правильно? Здесь сейчас городские ворота. Городские ворота там справа в бухту. Вот все верно. Блин, я даже растерялся, не этот самый. Не среагировал на обезьяну-то на эту. Зараза, а. Выход из Оксбэй. Ну вот, вот, наверное, очень похоже на это. Только почему-то в джунгли идем еще. Давай-ка сохранимся. Сейчас надо сразу быть наготове, то есть с этой обезьяной. Так, куда-то вот сюда. Блин, что за погода? Ага. Да, вот походу сюда. Смотрите, тут какие-то эти другие рожи уже. Давай обойдем его. Так. Ай, иди нахрен. А, я понял. Предатель чертов. Трус. Чертов трус. Ой, зараза. Надо, короче. О, а, это ко мне? А, это ко мне? А чё это вы сразу так, ребята? Я думал, этот самый, поговорим еще. Походу, нет нифига, да? Ну ладно, их завыдить легко достаточно. Да, вот, вот так вот завыдить. Давай теперь с блоком, кстати, попробуем, потому что у нас вроде с блоком неплохо теперь должно получаться. Кстати-то говоря. Да, отлично получается, это просто пипец. Охренеть. Вообще обалденно получается, просто пипец. Просто пипец. Да хоть бы один-то ударчик, хоть бы один ударчик. Зараза, вот кританул бы мне. Хоть бы один разочек и норм было бы хотя бы. Вот так вот пойдет. Так, они сейчас должны... Иди нахрен. А, смотри-ка, норм. Ой. Так, идет. Ты, хватит орать. Ууу, страшно-то какая она. Так, ну с этим попроще. С обезьянами. Так, мне не нравится вот это вот дерьмо. Что такое вообще? Я не вижу, куда идти. Гринфорд и Оксбэй. А где этот самый? Где проход, блин, к этой... Короче, к морю. Хрен его знает, куда идти. Дурацкая погода. Блин, хоть бы это реально погода. А может, это игра сломалась, блин? Так, что-то очень похоже на дорогу куда-то. Но похоже... Ага, я вернулся туда же, да? Что-то они не атакуют. Ну тебя нахрен. Кстати, может быть, эти мартышки? Где, где, где? Черт его знает. Блин, ни черта не видать. Может быть, еще где-то тут есть они. Так, мы отсюда пришли, я так понимаю, да? Давай сейчас попробуем, может быть... О, блин, пещера! Блин, вот это...
какая-то пещера, но хотя, по крайней мере, они попроще, чем люди, вот эти вот обезьяны. И мы вообще опыт получаем за них или нет? Так, нам надо... О боже, куда нам надо? Нам вот туда надо. Нашли какую-то пещеру нормально, вот с этими чертовыми туманами ни хрена не видать. Но обезьяны, они какие-то... Эти, медленные. Блин, тут нет никого. А, я понял. Это уже не пещера, лол. А, я понял. Я понял. Один из них трус. Блин, а я в какую-то пещеру зашел, а в начале-то, а что-то тут ее нет уже. Прикиньте, она какая-нибудь рандомная. Так, вот, короче, надо куда-то свинтить. Вот здесь, по-моему, обезьяны вот двух завалил, вот здесь. А потом мы куда-то свильнули, либо направо, либо налево. Во, пещера. А, смотри-ка, реально. Только здесь уже никого нет. То есть и там была пещера, получается. Я чуть не посмотрел. Так, а что-нибудь будет тут, нет? А, это типа просто вход, да? Блин, ну только бы от этого тумана избавиться, я готов на все, блин. Катакомбы. О, наконец-то. Так. Куда идти? Тут сразу по умолчанию драка идет с нами. Да иди в жопу. Вот чё он стреляет? Пипец ты, крыса. Настоящий скелет, блин. Ой. О, вот это кайф. Вот это кайф. Блин, смотрите, как хорошо, когда нет этого чёртова тумана. Блин, кажется, все хорошо видно. Так, ну я попробую, раз уж приперлись. Так, там никого. Давай сразу тут сохранимся. Да иди в жопу. Блин, вот это так нечестно, это просто пипец. Вот как-нибудь можно от этого защититься, интересно? От выстрела. Блин, он просто делал от выстрела и все. You die, human. Тихо. Ага. Пойдет. Так, нам надо вообще посмотреть, дают нам опыт или нет. Вот мне что интересно, как тут музыка пропала. Ну, что-то вроде дают немножечко. Немножко вроде дают. Главное, чтобы они не стреляли, блин, из этого, из пистолета. Так, кто-нибудь тут будет? Тихо. Пойдет. КП, конечно, вообще... Мизер оставил мне, падло, ну ладно. От выстрела в любом случае мы сразу умираем, поэтому не критично. Нам, по сути, без разницы, мы все раз удара, от любого удара откатываемся. Блин, давай загрузимся, что звук-то пропал. Так, что тут, короче, залагало и звук пропал, ну ладно. Так, и что-то я, по-моему, нет. Может быть, найдем клад какой-нибудь крутой здесь? Так, я там вижу рожу чью-то гнилую. Скелетную. Так, надо сохраняться. Блин, вот жалко нет квиксейва. Очень бы упросило. О, вот таких почаще давайте мне. Было бы здорово. Блин, тут походу зарисовывать надо карту-то. Тут на... Сейчас заблудимся, пипец. Так, куда-то вышли. Почему здесь светло, интересно? Какое лишо? С
40 урона в спину, хорош. Блин, жалко, что после них ничего не остается. Зараза. Хоть какие-нибудь там, я не знаю, крестики там, я не знаю, кольца какие-нибудь. Так. Где мы были, где нет? Черт его знает. Так, по-моему, здесь мы отсюда вот пришли. Или нет? Так, что-то есть. Что-то есть. Ну-ка. О. Так, какая-то брошь сюда. Да подожди ты. Так, есть. Так, здесь вроде тоже ничего нет. Блин, короче, надо поблуждать здесь. Может быть, что-нибудь и найдем. Главное потом выход найти. Там сзади звук-то будет. Блин, ну хорошо началось, но что-то он в бочку там походу уперся и не смог отпрыгнуть. И такое ощущение, кстати говоря, что вроде как вот когда Z нажимаешь, он так вот отпрыгивает назад, вроде он этот урон не получает. Фига, you're gonna die, human. Ну, крепота. Так, да блин. У меня на ку, короче, сделано этот. Собирать, и он сразу, зараза, тоже стреляет заодно. Ну, по крайней мере, точно мы тут не были, это точно. Так, вот какой-то... А, нет, я думал, это выход, лестница. Ну, здесь, по крайней мере, точно не бегали. Так, иди отсюда. Пошел отсюда. Со скелетами попроще, у них у хелов не так много, как у этих психов. Хотя, наверное, по идее должно быть наоборот, бандиты должны быть послабже этих скелетов. Я помню, эти скелеты вообще какой-то ад был. Вот в этих пещерах, что сюда чуть ли не под конец игры или что-то такое. Как-то странно. А тут вообще, вон, просто пипец. Кстати, он их хелом его восстановили уже. Красота. О, может что-нибудь есть? Так, нет, нифига. Нифига, нифига. Блин, теми ни черта не видать. Еще из-за дыма из этого тоже ни черта не видать. Смотри, как хорошо пошло, а? Прям красота. Так. Вот куда только идти, пес его знает. Так, мы походу на выход этот самый набрели, да? Ага. Пещеру в Оксбей. Давай-ка здесь сохранение сделаем. Я не знаю, что здесь должно быть. Вот, но пробежимся еще поищем, получается. Да какое? Зараза, нифига он мне влепил. Так, ладно. Нам в любом случае один удар. Ну, кстати, один удар, да, без блока. И он, мы уже плюс-минус выдержали. Так, ну что, ладно, ребятушки, давайте тогда на этом закончим. Вот, и в следующей серии, наверное, зачистим эти берлоги чертовы. Я, пес его знает. Давай сейчас сохранимся, выйдем отсюда. Ой, извините, пожалуйста. Я хотел ХП восстановить. Yeah!
Да, я понял. Я все понял. Короче, в следующей серии нас тут эти бандиганы вообще пипец под каждым этим ждут. Так, все тогда, да? На этом заканчиваем. Вот, ребяшки, и в следующей серии мы уже тогда пойдем с этими скелетосами, всех этих завалим, где-то пробегу. Если будем долго бегать, я если не на запись, то есть отрублюсь, все здесь зачищу. Вот, если скелетов не будут больше встречать. Вот, и потом найду тут, может, калат или еще что-нибудь, хрен узнат. Вот, а на этом все. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки. И увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего и всем пока.